Довести человека до отчаяния несложно, тем более, когда против него работает целая система. Бригаду парамедиков и копов к отелю Рузвельта, 45-й и Мэдисон. Перекрыть квартал. И если уж он решился на такое, то, наверное, все как следует обдумал. Чтобы на самом деле провернуть что-то гораздо более серьезное. Я знаю, вы в отчаянии, сразу видно. А еще знаю, что вы не простой самоубийца. Ник, слышишь меня? Связь работает? Прошу вас, помогите мне понять, что с вами. Криминальный триллер «На грани». Смотрите в субботу в 22:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.